Не бойся. Ты веришь в грех? Не во что верить. Борьба с дьяволом, которая является основной задачей святого архангела Михаила, продолжается по сей день, ибо дьявол жив и творит зло в мире. Я верю и изгоняю тебя, нечестивейший из духов, прародитель пороков, творец страданий. Во имя Иисуса Христа, убери этого человека. Во имя Девы Марии, оставь его. Я приказываю тебе, я тот, кто верит в Бога нашего Иисуса Христа, приказываю тебе покинуть это создание Божье. Он повелевает тобой, кто низверг тебя с высоты райской в адскую пучину. Услышь это и трепещи, сатана, противник веры. Трепещи перед ним, тем, кто был распят человеком, которого стал из мертвых. Я никогда не оставлю тебя. Назови себя. По сей день, ибо дьявол жив и творит зло в мире.